Перед началом презентации с выходом новой книги Сергея Левина поздравил друг и соратник, известный российский писатель, обладатель литературной премии в области нонконформизма, кандидат филологических наук Алексей Шепелев. Кто не смог приехать лично, прислали видеообращение. Неожиданным сюрпризом для многочисленных гостей презентации стала архивная запись, на которой 19-летний Сергей с невероятным пылом читает свои юношеские творения. Спустя 20 лет пыл и вдохновение Сергея Левина не покидают и поныне, сопровождаясь неравнодушием ко всем сторонам жизни, профессиональным, ответственным отношением к творчеству и, конечно, по-настоящему искренним живым талантом. Из года в год редеют их ряды, уходят в бой последний ветеран. Суровых дней стираются следы. Простите, что мы так неблагодарны. Книга «Камень» – это четвертый сборник стихов, который вышел из-под пера Сергея Левина. В ней несколько разделов, каждый из которых относится к своему времени, истории и событию. Здесь юмор перекликается с горечью, а сарказм – с легкой иронией. Полтора часа презентации прошли для всех зрителей на одном дыхании. Это очень храбрый и ответственный человек, относящийся к своему делу с любовью. А это позволяет создавать штучные продукты, если вообще это можно назвать продуктом. И это позволяет оставаться в истории. А в завершении мероприятия заслуженные поздравления и аплодисменты от зрителей. Здесь же любой желающий смог получить экземпляр книги за личной подписью автора.